Дверь «Универсал Банк». Устойчивое в динамичном. Это телеканал «Тверь». Сегодня в студии над городом Кирилл Амаев. Здравствуйте. В завершении программы информация о трамвае, который так и не смог переехать новый мост. А сейчас о процессе века, который нынче завершился в Тверском областном суде. Напомню, более 2,5 лет назад был взорван пассажирский поезд «Невский экспресс». Так вот, сегодня 4 участников этой банды получили пожизненные сроки заключения, остальные 6 от 7 до 8 лет лишения свободы. Елена Глушкова с подробностями этого судебного заседания. В марте 2011 года в результате спецоперации в Ингушетии была уничтожена часть банды исламистского идеолога Саида Бурятского и арестованы 10 предполагаемых участников дела о подрыве Невского экспресса. На одежде арестованных экспертиза выявила следы взрывчатых веществ, гексогена и тротила, идентичных найденным на месте крушения поезда. Но следы гексогена в одежде, во-первых, скажем о том, что экспертиза достоверно не установила, во-первых. Во-вторых, наличие частиц мы оспорили. Был приглашен специалист в судебном заседании, который подтвердил еще раз версию защиты о том, что эти частицы, те, которые и если были, есть большое сомнение. Мы, например, считаем, что экспертизы по делу были сфальсифицированы. У нас есть на это веские основания, это говорит, у нас есть доказательства. Вот. К сожалению, мы ограничены в своих пояснениях ввиду того, что поставили гриф «секретно», хотя на самом деле в деле нет никакой государственной тайны. В ходе следствия стали известны имена непосредственных исполнителей теракта – Зелимхана Аушева и Мурата Картоева. Остальные подсудимые обвинялись в изготовлении взрывчатых устройств, незаконном хранении оружия, бандитизме. У сильного всегда бессильный виноват, басня Крылова, тот точно так же и они поступают. Абсолютно безвинных людей им привезли. Многие из них не знают, что такое Тверь, что такое, они этого экспресса не видели и не слышали. Я уверен, что 8 из этих не знают, что такое экспресс, если у них спросить. Привезли, поймали, посадили. Никакого оружия там нет и не могло быть. У меня в машине взяли ковер, говорят, гексоген. Я не знаю, почему я до сих пор на свободе, почему меня не посадили, я не знаю. Паспорт у меня дома взяли, мой паспорт, собственный паспорт. Пацан взял из дома, отдал. А нашли его в этом разбомбившемся доме, нашли мой паспорт. Я не знаю, зачем этот спектакль нужен. 22 мая в ходе закрытого судебного заседания, после того, как все подсудимые произнесли свое последнее слово, судьи Тверского областного суда удалились для вынесения приговора. В результате фигуранты дела были обвинены по всем пунктам, кроме статьи 209 Уголовного кодекса за бандитизм. Зелимхан Аушев, Беслан, Мурат и Татархан Картоевы получили пожизненное заключение. Еще 6 подсудимых – сроки от 7 до 8 лет строгого режима. Сторона защиты уверена, что дело шито белыми нитками. Понимаете, в чем дело? Защитники, участвующие в этом деле, настолько досконально знают все материалы уголовного дела и настолько скрупулезно готовились к прениям, что если изначально планировался перерыв после прений сделать около 2 месяца, то в конце концов он растянулся на 4, почти на 5 месяцев. Это уже что-то значит. То есть этот же приговор не просто должен быть вынесен. В приговоре должно дать оценка каждому вескому обоснованию, которое выдвигала защита. Вот в чем дело. Мы пока вообще этого не видели. Помимо тюремного заключения, суд вынес решение о выплате компенсации за физический, моральный и материальный ущерб всем пострадавшим от террористического акта. Самую весомую компенсацию получит ООО «РЖД» – 133 миллиона рублей. В практике юристов такого не было, что по такому серьезному делу за 2 часа суд вносит такой приговор. Это о чем говорить? О том, что уже мнение суда было сформировано. О том, что уже было понятно, какой будет приговор, по крайней мере, суду это было понятно. Все это был цирк. Цирк просто. Вы заметили, какие суммы были взысканы в пользу РЖД? Огромные деньги. Для чего? Для того, чтобы эти деньги не взыскивались с государства. Решили взыскать их с людей и таким образом эту тему закрыть. Пока защита готовит кассационную жалобу в Верховный суд, конечно, сторона обвинения уклоняется от комментариев журналистам. Так что делать выводы о том, действительно ли закрыто дело о подрыве Невского экспресса или просто задвинуто в ящик, слишком рано. Теперь к другим темам. По-прежнему на слуху возрождение Спасо-Преображенского собора.
Торжественные мероприятия, посвященные началу возрождения святыни, уже прошли. Теперь началась работа. Долгая, трудная, кропотливая и чрезвычайно изматывающая нервы. Согласование, получение разрешений, реакция власти, реакция общественности. Тему попыталась исследовать Евгения Щетинина. Возведение нового храма, да еще и в самом сердце города, событие, несомненно, знаковое. Близ Путевого дворца в ближайшее время планируется возродить Спасо-Преображенский собор. А предварять строительство будут археологические раскопки этого района. Восстановление собора – дело благое. Однако многие жители города не на шутку обеспокоились последствиями столь внезапного строительства. Я пытался выяснить, насколько это мероприятие законодательно. Это первое. И разобраться, а уместно ли сейчас проводить такие работы в данном участке города. Поскольку это связано и с историей, там у нас и есть захоронение революционеров. Имеется тоже исторический памятник, памятник Михаилу Ивановичу Калинину. Вот. Кроме этого, сама реконструкция собора и строительство собора половину улицы Советской занимает, а у нас и так с движением транспорта в городе не ахти как организовано. Если мы еще пробку на Химике создадим, тогда вообще непонятно, где через Волгу переезжать. Храм занимает особенное место в жизни города. История его началась еще в XII веке после татаро-монгольского нашествия. Святыня долгое время служила усыпальницей для тверского духовенства, а сам Михаил Тверской венчался здесь с княгиней Анной Кашинской. Судьба храма несколько раз обрывалась, он дважды уже был разрушен, сперва польско-литовскими интервентами, а спустя сотни лет советскими властями. По одной из версий, в XX веке собор взорвали, чтобы провести трамвайные линии. По историческому плану здание как раз захватывала часть улицы Советской. Благотворительный фонд «Собор», выступивший инициатором возрождения, заявил, что храм сохранит свой исторический облик, поэтому опасения Владимира Полишко по поводу пробок на стадионе «Химик» могут оказаться небеспочвенными. И все мои звонки и в администрацию города, и в правительство Тверской области. Один ответ – мы ничего не знаем. Якобы есть фонд, который, значит, все это дело организует. На мой вопрос – так что в городе копает фонд, что хотит, то и делает, ответа тоже не последовало. То есть налицо чисто политическое какое-то мероприятие в угоду кому-то, но в ущерб прежде всего горожанам. Археологические раскопки перед Путевым дворцом также наделали немало шума. Кто будет копать, а самое главное, что собираются раскапывать, вопрос решенный. Руководителем исследования назначен сотрудник Института археологии Леонид Беляев. Однако у тверских археологов в связи с этим возникло некоторое недопонимание. Здесь надо ожидать, можно ожидать какие-то остатки вот этих вот храмовых строений, кладбище, культурный слой средневековой Твери. То есть это очень значимое место, естественно. Совершенно странно, каким образом оказался устраненным вообще от исследования Спасо-Преображенского собора его главный наш современный исследователь Алексей Маратович Салимов, заведующий кафедрой нашего тверского филиала Государственной академии славянской культуры. Какая-то этика-то должна быть вообще, в принципе, она же должна соблюдаться. Человек написал монографии по поводу изучения всего, что есть по Спасо-Преображенскому собору. Человек начинал археологические исследования. И человек никаким образом не участвует в вот этих самых работах. Археологические раскопки и строительство собора совпали по времени с реконструкцией Путевого дворца, расположенного буквально в 30 метрах от места захоронений. В связи с этим члены Всероссийского общества охраны памятников культуры и искусства высказали опасения, что мероприятие может повредить столь долгожданному ремонту дворца императрицы. Не многовато ли объектов на одной стройплощадке? И не заберет ли в связи с этим Всемирный банк уже выделенные на реконструкцию 2 миллиарда рублей? Сейчас я знаю, что неизвестный мне почти фонд «Собор» получил землю. Как? На каком основании? Это тоже важный вопрос. Когда у нас существуют такие договоренности, извините, федерального и международного уровня. Или мы хотим потерять вообще Путевой дворец, потерять эти деньги, и в конце концов потерять картинную галерею. Единственное место притяжения туристов, которые приносят нам, кстати, в бюджет достаточно серьезные деньги. Я за то, чтобы восстанавливать собор, но не таким методом. Когда-то собор возвышался, и потом построили дворец, а сейчас обратная ситуация. Надо спасать дворец, и вроде надо бы сейчас восстанавливать и собор. Благое дело. Но благое дело не может совершаться, скажем так, очень почти авантюрными методами. Потому что в данном случае от общества охраны памятников культуры мы пытались выяснить, есть ли план,
есть ли средства. Эти и многие другие вопросы предстояло обсудить участникам круглого стола под председательством главы города Владимира Бабичева. В мероприятии приняли участие представители общественных организаций. В их числе был и руководитель благотворительного фонда «Собор» Валерий Гусев. Однако присутствие его длилось недолго, да и обстановка была накалена до предела. Это скандал. А кто мне объяснит, кто мне скажет, как это появилось на столах, здесь кто раздал, кто положил? Фамилия, имя, отчество, пожалуйста, скажите, кто это положил, кто составил протокол? Конечно, я в вашем отчете, вы не обязаны отчитываться перед общественными организациями, в том числе и перед столом. Речь идет о том, что мы не информированы. Если у вас есть информация какая-то, которую вы можете с нами поделиться, поделитесь. Но если нет информации, как у председателя фонда, ну тогда кто-нибудь другой с нами этой информацией поделится. А теперь вы мне вопросы задаете. А чего ты тут с памятником собираешься делать? Вы мне теперь вопросы задаете. Игорь Николаевич. Переносите куда хотите. Мне хоть на огород себе поставьте. Хоть в болоте утопите. Хоть поставьте на главную площадь другой. Неважно, для меня совершенно особого значения не имеет, понимаете? Делать. Все, спасибо, извините. Чего это просто игнорирование людей, которые здесь присутствуют? Хорошо. Валерий Викторович, именно так. Я не знаю, остальные. Я так, пожалуйста, если деньги хотя бы на археологические раскопки, если уже их начинаете объявили, есть ли финансирование? Письменно сформулируйте вопрос. А почему письменно? Вы же фонд. Такая же общественная организация. Это не круглый стол. Это не круглый стол. А у вас просто это попытка публичной сборки. Это не круглый стол, Владимир Иванович, вас подставили, просто вы опытный политик и такой допустим. Валерий Викторович, вас никто не собирался допрашивать. Так или иначе, но ответов на интересующие вопросы общественные организации не получили. Валерий Гусев заявил, что предоставит всю интересующую информацию в письменном виде. Однако на официальной встрече, посвященной началу проведения раскопок, руководитель благотворительного фонда заверил, что никаких проблем новое строительство не создаст. Это никак не помешает реконструкции путевого дворца. Существует концепция воссоздания комплекса «Путевой дворец», в которой четко прописано, что без воссоздания Спаса Преображенского собора комплекс «Путевой дворец» полноценным не является и не будет таковым впредь до строительства храма и колокольни. Поэтому то, что это начинается одновременно, и воссоздание, и реконструкция путевого дворца, и строительство собора, это очень промыслительно и крайне важно, чтобы началось это одновременно, как единый комплекс. И мы даже забор поставим один одинаковый, с тем, чтобы это было и выглядело как единым комплексом. Участники круглого стола пришли к выводу, что только масштабное привлечение жителей города, общественности, даст надежду на успешное завершение работ по воссозданию Тверского Спасо-Преображенского собора. Остается только надеяться, что памятник Калинину все-таки не утопят в болоте, а найдут ему достойное место среди улиц нашего славного города. Действительно, ситуация непростая. И, снимая шляпу перед главой города, резюмирую. Действительно, без мнения широкой общественности нам возродить святыню, скорее всего, не удастся. Но дальше. Любопытная информация, которая пришла к нам сегодня из Государственной жилищной инспекции Тверской области. Простите, я загляну в лист. Итак, за осенне-зимний период 2011-2012 годов от жителей области в Главное управление Государственной жилищной инспекции Тверской области поступило 4377 жалоб, что на 12% больше показателя отопительного периода 2010-2011 года. В прошлом году таких жалоб было 3916. Но к более приятным событиям. Пристань речного вокзала тут на днях осветилась множеством огней. Наш юный корреспондент Мария Насулько потусила, как она сама сказала, на фаер-шоу. Ну, или поучаствовала в празднике огня. Каждую весну на протяжении вот уже 4 лет фаер-школа Твери открывает сезон огня. В ней обучается около 20 человек. Перед тем, как показать свое мастерство зрителям, каждый из них прошел как минимум 3 месяца подготовки и сдал специальный экзамен. Каждый из них умеет обращаться с таким реквизитом, как веера, пояс, стафы и даже огненные мечи. Хотели организовать праздник для тех, кто именно занимается вот этим вот искусством. Он открытый для всех, то есть у нас здесь участвовали не только те, которые у нас занимаются люди, да, но и другие фаерщики. У нас есть еще один замечательный фаер-клуб.
«Огненный мираж» у нас в Твери. Вот, они с нами тоже здесь участвовали, принимали участие. То есть это как бы праздник для всех, кто занимается фаер-шоу у нас в городе. Огненное представление – это особый вид театрального искусства. Люди, наблюдавшие за этим зрелищем, бурно реагировали на все трюки. Это объединяет людей. Мне нравится само действие. То есть это сплочение, это команда. Люди занимаются, учатся, развиваются. И всестороннее развитие, оно же хорошо. И даже обычные обыватели, ну, хоть что-то интересное смотрят и узнают для себя что-то новое. Ведущий заводной, хорошие люди, да, веселые. Атмосфера очень праздничная, яркая, зажигательная. Все от людей, да, зависит. Но люди такой. Сам ведущий, конечно, отпад, просто супер. Мне больше всего нравится выходить, видеть вот всю эту публику, всех этих людей и чувствовать, что во рту вот этот вот вкус керосина, слышать жужжание этого огня и наслаждаться вот публикой, самим действием, музыкой и получать от этого огромный кайф. Знаю, что все уже рассчитано, все распланировано. Мне, наверное, нравится само пламя, как оно выглядит, как ребята стараются, как это все получается, эффектно, красиво, драйв. Одни эмоции, слов нету. Кстати, большинство сегодняшних участников огненного представления, впечатленные таким шоу, сами в свое время записывались в фаер-школу. Дверь «Универсал Банк». Устойчивая в динамичном. Содружеству национально-культурных автономий Тверской области стукнуло 10 лет. Был праздник, концерт, выставка народных ремесел, костюмов и еды. И Елена Трофимова все это увидела и готова вам об этом рассказать. Как это понимается? Всех поздравляю с праздником, всего самого доброго и счастья всем. Ни для кого не секрет, что Россия – страна многонациональная. И тем более не новость, что сохранять мир и равновесие в интернациональных городах – задача не из легких. Тверь справляется с ней уже 10 лет. В минувшие выходные в нашем городе прошел областной фестиваль национальных культур «Венок дружбы». Фестиваль является ключевым мероприятием в работе с национально-культурными автономиями Тверской области. На сегодняшний день у нас их 23, а национальности, естественно, гораздо больше. И за последние 10 лет существования фестиваля национально-культурные автономии очень выросли в своем творческом отношений. Вырос – это не то слово. Гала-концерт, подготовленный 16 диаспорами, собрал более 750 человек в зале ДК «Пролетарка». Целыми семьями или даже кланами жители города, для которых Тверь стала второй родиной, пришли поболеть за своих и посмотреть на других. Девиз фестиваля – «Ромашка». Почему ромашка? Потому что в России самый главный цветок – ромашка. А будем у каждого народа другой. Но каждый подходит со своим букетом цветов, потому что это многообразие цветов получается красивее в венок. Одиннадцатилетний Арби Дукаев, исполнивший лезгинку не только телом, но и лицом, сорвал шквал аплодисментов, за что и был награжден почетным дипломом фестиваля. Впервые на этом торжестве выступил дагестанский ансамбль народного танца «Рассвет». Украинский ансамбль «Світанок» представил на суд зрителя целую театральную постановку. Коля дым, я у бабки один. Крутенька курточка, дайте бабцю бубочка. Настоящий подарок Содружеству сделала еврейская национально-культурная автономия. Лев Эльгард, сын известного тверского кардиолога, доказал, что на детях природа не отдыхает. Обладатель волшебного голоса, он в 2008 году на международном фестивале в Берлине «Золотая ханукия» получил гран-при. Партия молочника из мюзикла «Скрипач на крыше» – это рассуждение человека о том, как сложилась бы его жизнь, если бы он был богат. Thank you.
известной и горячо любимой россиянами песней «День Победы» Лев довел публику до слез. Мая, на следующий день после 9-го, меня пригласили в Москву. Там около синагоги тоже проходило празднование Дня Победы. Там присутствовал, опять-таки, Иосиф Давыдович Кобзон. И я набрался наглости, попросил у него разрешения, чтобы он не пел эту песню, а чтобы я спел. Потому что у него там много песен, он такой... Он просто, у него огромный репертуар, и он шикарно поет. А у меня мало песен, поэтому я попросил, чтобы... Что он ответил? Невозможно. Он ответил, что эту песню можно исполнять два раза. А потом, в результате, когда перед тем, как он ее собрался исполнить, он позвал меня, и в результате мы ее вместе исполнили. Грузинская национально-культурная автономия подарила зрителям два танца своего знаменитого ансамбля «Иверия» и песню «Тбилиси, мой родной» дважды лауреата Дельфийских игр России Анны Акуджавы. Армяне, финны, азербайджанцы, татары, карелы и другие народы познакомили в этот вечер тверичан с культурой и традициями своей первой родины. О спорте коротко. В Твери завершился кубок Ильи Ковальчука. Золото уехало в Казахстан. Хоккейная команда «Юность» стала обладателем золотой медали. Но главный символ соревнований – свитер двукратного чемпиона мира – остался на родине. За неделю на Тверском льду встретились 12 команд из России и стран ближнего зарубежья – Латвии, Чехии, Финляндии, Украины, Армении, Словакии, Белоруссии. Верхневолжье представляли хоккейный клуб «Тверские тигры» из Твери и хоккейный клуб «Волна» из Калязина. Интрига в борьбе за призовые места держалась до последнего. Так «Тверские тигры» в решающем поединке уступили землякам из Калязина. А если бы выиграли, то могли бы рассчитывать и на серебро, и на золото. Как сказал тренер, ребята перегорели и во втором периоде просто бросили играть. А вот калязинцы в заключительный день обыграли «Молнию» из Липецка и финишировали на третьем месте в турнирной таблице. Глава Твери Владимир Бабичев, поздравляя победителей и участников турнира, отметил, что они сражались за право держать кубок Ильи Ковальчука параллельно со взрослыми коллегами, которые бьются за честь своих стран на чемпионате мира. И еще о спорте. Сегодня в акватории Тверцы состоялись достаточно необычные соревнования. Лодки-драконы в плавание отправили дети. Они такие же, как все, но с немного ограниченными возможностями. Анна Шевчук продолжит. Большинство участников соревнований уже в третий раз пробуют свои силы в этом древнем китайском виде спорта. Возраст спортсменов от 6 до 20 лет. Мы уже третий год занимаемся спортом. Зимой лыжи, летом лодки «Дракон», а весной и осенью в спортивном зале «Юность». Они были необщительные, не было у них друзей, разные родители не занимались с ними. А когда мы их вот получили... Мы стали с ними заниматься. Сами же соревнования можно назвать областными. На базу клуба «Шторм» приехали юные спортсмены из Бежецка. Гребля на лодках «Дракон» стал уже как бы у нас таким, уже, можно сказать, ведущим видом спорта. Его много знают уже, видят его. Потому что соревнования у нас все проходят в центре, на виду,
практически. Очень доступный вид спорта. Как и положено, открытие сезона прошло торжественно, с поднятием флага, совместным прослушиванием гимна, а уже через несколько минут, надев спасательные жилеты и вооружившись веслом, ребята вышли на водный старт. Давайте вот. Значит, кто сидит справа, вот с правой стороны, левая рука вверху, правая рука внизу. Снизу схват такой обычный, за ручку сверху. Так, правильно. Вот сюда выносите на пирс. Смотри, ногами обхватываешь так барабан и держишься. Держаться лучше всего вот сзади за лавочку, вот так держись. Ладно, ну или с барабан держись. Вот. И прям вот, когда грибцы загребные делают грибок первый, ты делаешь удар. Такой громко, прям барабай, громко. Андрюх, а хочешь к нам посадить? Потренируйся, как будешь бить? Не спешите, весла возьмите правильно. И в завершении программы. Накануне Тверь была ввергнута в очередной транспортный коллапс. Прямо на середине нового моста развернула трамвай. Вот что увидели наши зрители-автолюбители. Смотрите и вы, без комментариев. На этом все. Завтра мы вновь в эфире с этой же крыши. Удачи! Тверь Универсал Банк. Устойчивое в динамичном.